Друзья, небольшой лайфхак, как с помощью дрона можно проверить состояние наружного блока кондиционера. Часто бывает так, что наружные блоки висят вне досягаемости, и их могут проверить только альпинисты, а это процедура дорогостоящая. И вот таким образом, с помощью дрона, вот, посмотрите его пульт, все довольно хорошо видно. Можно посмотреть на то, работает он, не работает, чистый он, не чистый. Ну, в общем, вы меня поняли. Можно облететь дроном весь блок. Кстати, вот сейчас довольно сильный ветер, но он довольно стабилен в пространстве. Это Mavic Air 2. Вот так, друзья. Таким образом, кстати, мы недавно проверили наш квартирный наружный блок. Очень плохо работал кондиционер. Оказалось, что он весь был грязный, забитый. Мы так подлетели, посмотрели. А внутренняя решетка как раз вот эта. Вот, которая здесь. Вся в пыли, в грязи, в каком-то пухе и так далее. Ну, пришлось вызывать как раз альпинистов. По крайней мере, мы точно знали, что нужно делать и какую процедуру заказывать. Без всяких мониторингов, без всяких диагностик обошлись. Они помыли наружный блок, и кондиционер снова стал работать нормально. Вот так. Спасибо за внимание. Надеюсь, ролик был информативен. Подписывайтесь на канал. И всего доброго.